спортивной, в первую очередь, борьбы. Будем надеяться, что в данном году в сегодняшней встрече я буду того, что что пройдет, какая история у нарушение правил. Геннадий Войнов. Нарушение правил. Что? И удаление. Ну, честно говоря, пока не могу понять причину подобной игры со стороны показателей. Тем не менее, 4 удаления, это уже многовато для первого периода.